Ну что ж, всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша играет. Старты Сетевая хорошие, партия. чуваки, старты хорошие. Монополии корпорации. Без варварских кланов, но со случайными техами и социальными политиками. Цивилизации случайные, поэтому что там у соперника, мы потом узнаем. Но старт у меня, по-моему, офигительный. Собственно, как и цивилизация, только надо бы вспомнить, что она умеет. Я так понял, сейчас зрители угадывают твою нацию, да? Да. Так, хочу посмотреть, что там. Ну там понятно, что крутой быстро в апиды можно выйти, быстро в этих 20% культуры в размере 20% от стоимости юнита при каждом создании негражданского юнита. Юниты ближнего и дальнего боя, также антикавалерийские юниты получают плюс 2 к боевой мощи за каждый на соседней клетке. Рудники дают небольшой бонус к соседним районам, культурный захват. Да, я помню, что специализированные районы не получают небольшого соседства с другими районами. И такие районы нельзя строить рядом с центром города, нельзя районы строить, это самое главное. Так, и апид, у апида плюс 2... с каменоломнями или стратегическими ресурсами. Ага. Так, ну я, пожалуй, тут поставлю. Город, не будем никуда ходить. Гесатом сюда прыгну. То есть апид вот, например, вот сюда надо ставить. Опять же, с центром города не получится. Очень занятный старт, конечно, для моей цивилизации. Нет, тут не в униках дело, а в том, что ты можешь быстро в латников выйти. Кстати, для моей неплохой. Для моей, кстати, неплохой получился. Так, ну все, поехали, я думаю. После чудо природы. Торрес дель Пайна. Вот. Повезло. Это который удваивает? Я забыл. Сейчас, одну секунду. Это который... Да, удваивает базовую продукцию на соседних клетках. Угу. Да, тут клетки, конечно, хорошие, ничего не скажешь. Все, прям столица рядом с ней? Это, он у меня от столицы в третьем радиусе, но там клетки... Ну, приятненько можно будет расставиться. Да. Тебе проблемка, что вот мы сюда кампус не можем поставить, получается, то есть где-то там. Но ну, либо сюда, то, вот тоже плюс 3. Тут, может, для следующего города. Тут главное... Ребят, метки не ставьте, пожалуйста, хотя бы, не знаю, ходов 10. То я смотрю, уже кто-то пошел меточками. Надо, главное, не забывать, что рядом с центром городов я не могу. Вопросов нет, просто я чуть пораньше могу сказать. Все надо говорить заранее. Так, Болонья. Болонья дает за... Ну, за то, что мы союзник, дополнительные очки великих людей районам. Ну, в принципе, по-моему, да, если я, опять же, да, вот, районы дают плюс одно своего типа. Ну, пока... Так, нам бы апиды найти. Вот видите, случайные техи. Да, тут все далеко. А эти... Вот тут у нас... религиозный... Да, сейчас дерево технологии неплохо сгенерировалось. А вот социальные институты... Фигня. В любом случае все придется изучать. Мастерство фигня, мы бы и так ускорили. Так, напоминаю, что без трудовой дисциплины, так, на всякий случай. Да, о, твоя астропанесса. Ну мы видели, конечно... Жаль немного. Обещал показать котика за 100 рублей. Да, сейчас котика покажем. Такие, что единственное, что ты справил в положении. Я так и не понял, а почему трудовая дисциплина в минусе? Ну, потому что бывает у некоторых все равно такая территория, особенно, например, с тропическими лесами. Ну, например, Бразилия у нас не забанена, может, у кого-то есть Бразилия. Вот прикинь, Бразилия с тропическими лесами, с соседством, с трудовой дисциплиной. Тогда надо было именно Карми Мир тоже. Это тоже очень сильная.
Ну, я не считаю. Тут она приятная очень, конечно, я не спорю, но за счет роста тебе еще надо постараться. То давай дисциплина как есть работает. Так, блин, я отвлекся за горным делом. Нетронутым. Ладно, давайте горное дело. Не, ну то давай дисциплина, еще тем сильно, что она сразу работает. Не сейчас надо встретим. Ни... Да, ну, она сразу работает. Накорми, Мирте, надо еще, ну, кочегарить. Так, здорово. Блин, скифы, страшно. Ну, с другой стороны, у меня галлы. Я думаю, что галлы могут от скифов отбиться. Так, давайте, наверное, плюс 5 против варваров сразу поставлю. И проатакую этого скаута. Наверное. Мастерство пошли. О, привет, я наконец-то могу разговаривать. Все, бизнес-разговоры закончились. Здравствует, выходные. Рона. Поздравляем. А мне это не светит. У меня диплом. У меня выходных априори нет. Так, это я тебя встретил, да? Да. Занзибар. Да, пошли сюда. Потом сюда пойду. Только даже пока между нами со скифом и места нормальных нет. То есть я вот сюда не особо стремлюсь город ставить, честно скажу. Я вижу покруче. Так, надо котика показать. Нытик. Вот. Смотрим. Да. Я 100 рублей прислали на корм. Не ной. В окошко смотрел. Его принесли тут показывать. Присылайте донатики, показываем котика. Все, иди гуляй. Разнылся. Он не вырывается, он ноет. Ну, от меня научился. Так, гуляем. Кабул встретили. Дальше. Может, астрологию открывать. Конечно... Орошение, блин. Офигительно у меня лошадь расположена. Так, куда мы пойдем? Давайте сюда, наверное. Ох, Рим. Ух ты. О, Леша. Алексей. Так, здорово. Айвен Веллер. Леша, ты, кстати, далеко от меня? Так, давайте посмотрим, они еще кого-нибудь встретили. Нет, они, кстати, даже друг друга не встретили. А, вот он, Занзибар говорил. Жалко, не убиваю. Ладно, встану сюда, может быть, добью. О! Я уже всех... Я, короче, в центре карты, походу, тут. Блин, обидно, что вот для этого чуда, ну, клета, который... Ну, конечно, не фонтан. Ресурсом, который можно было бы обработать. Такое расположение. Хотя, может быть, железо какое-нибудь появится.
Так, что-то я плохо игру слышу. О, теперь норм. О, здорово. Я норм. Так, кто там? Я слышу, как кто-то мышкой щелкает. Поставьте себе на кнопку. Блин, нас пятеро на континенте. Что, серьезно, что ли? Да. Ну, у нас, короче, я уже четверых встретил, поэтому... Подожди, так ты этого... А, это ты? Алин Веллера встретил? Да. Да. Значит, на шестеро на континенте. Я его тоже встретил. Блин, я континенты поставил, сейчас я посмотрю. Континенты. А прикиньте, там... Сейчас чувак один чисто на всем континенте. Ну, такое может тоже быть. Ну, но это не факт, что это кайфует. У меня 4 разведа, вот уже какой ход, я никого не встретил. Очень может быть. Эти пантеоны есть какие-то забаненные? Пантеоны нет, а вот трудовая дисциплина. А, окей. Так, я бы вернулся, мне надо... Я тут скаутом исследую, а мне надо защищать своего посела. Скоро будет. Так. Пантеон мы сейчас возьмем, да? Наверное. Я, ну, расскажи, а ты, я так понимаю, совсем близко, да? Вот там, где мы встретились. Ну? Не сказал бы, но вот я, наверное, вот один город в твою сторону вот этот хочу поставить. Да, тропических лесов возьму. Блин, хотя речная богиня тоже ничего так. Дуболомно вот эту речку. В данном случае. Слушай, давай, наверное, речную богиню возьму. Ну, примерно же этот как бы не совсем близко, но тупо уже не ставится. Ну, гоблин лишний раз совсем. Лёша, ты возле Волги планируешь селиться? Зачем паришь название? А куда? Ну, тут между нами, у тебя точно город влезет, и у меня... Ну, я где-то недалеко от столицы. Ща, подожди, я хожу, не успеваю метки поставить. Что? Возле мехов там хочу поставить. Да, это твое место. Я там... Я от тебя в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клетках. Так что я думаю, мы там влезем. Так, все, постою здесь. Блин, так, что у нас тут по лояльности? Думаю, куда мне первый город везти. Ваши предложения. Куда мне первый город везти? Мне кажется, вот сюда надо. Лёшины границы. Лёш, скажи, а ты собираешься расселяться вот за реку? Вот в мою сторону. За какую реку? Сейчас. Вот сюда. Ну, в ту сторону. Ну да. Вот ты поставил метку, это в 4 клетках от моей столицы. А, это же столица. Ну да. Ну, в принципе.
Ладно, на эту реку я не претендую. Ну, естественно. Да. Так, давайте думать. Тут просто оказалось, у меня места для расселения немного меньше, чем я думал. Блин, это, конечно, хочется взять, но там бьют больно. Сапи, скажи, ты где-то здесь живешь, да? Блин, а может вот это поставить сначала? Еще, конечно, я хочу этих оленей. Ладно, давайте вот так сделаем пока. Вот это надо собрать. К Занзибару. Ну, вот я сюда и веду. Это не к Занзибару, правда. Так, давайте думать. Значит, я думаю, что я либо сюда поставлю. То есть тут еще где-то место вот здесь, наверное, будет, да? То есть я бы сюда ставил, тогда еще тут... Ну, надо сюда ставить, потом где-то здесь, здесь, ну, соответственно, тут. Сапи, я так количество. Да, правильно. Я... Ну, далеко, да. Да ладно. Каменная кладка. На севере. И, конечно, орошение надо открывать. Ладно, пошли сюда. Давайте. Орошение без ускорения. Потому что в столице я вообще не вижу, где мне ускорить. Привет, здесь Криш. Тоже. Привет. Ты далеко? Рядом. Блин, а апиды у нас где? Что мне там надо... Ну, если нас шестеро на континенте, я так понимаю, проблем с расселением будут у всех. Апид, промышленная зона. Ой. Апид. Что открывает? Значит, будем плыть искать новый мир. Обработку железа. Значит, мне... Ну, кстати, да, вариант. Это зависит от того, будем мы мирно сосуществовать, либо все-таки... Упорочка у кого-нибудь. Когда мало территории, без этого никак. Ну это когда мало. Когда пятеро или шестеро на одном континенте. Какие бананы. Много быть не может. Я бы сказал шестеро или семеро. Тут, ну тут да, тут шесть будет на бананы. Ну тут просто единственное место, куда я могу поставить. Шесть у нас минимум. В сторону японца получается. Вот здесь я пару городов. Тут ждем открытия орошения, видимо. Блин, два очка надо где-то взять. Туканчик, а где ты собираешься город ставить в мою сторону? Кинь метку. А то, знаешь, дружба дружбой, а потом тебя подселяют и все. Вариантов немного, либо где твой разведчик стоит, либо под ним. Ну, где мой разведчик стоит, это в трех клетках от моей столицы. Поэтому, как бы, я хочу там поставить. Но это в семи клетках от моей столицы. Интересно, что же ближе, 3 или 7?
все равно растем, это мы недовольство. Заспавнил 6 минут. Да, кто-нибудь там уже на религию, да, кто-то уже вон читает на религию. Явно накорми мир. Не, нам тут все равно придется какие-то города ставить, конечно. Есть такое дело. Следим за армией. Еще и священку разграбили. Неплохое начало. Это ждет орошение. Поменять уже который раз. Так, и тут следующим ходом будем священку сюда ставить. Откладываем производство. Ну, религия всегда приятна. Я тем более знаю, с речной богиней. Кто возьмет первую религию? Кто взял, да, все знают. Себе. Мы назовем его... Да, условно давайте его называть Феанор. Да. Когда вы еще лучше культуру или еду брать? Так же мы знаем, какая у тебя стратегия. Думаю, какая у тебя цивилизация. Мы же вообще ничего не знаем о тебе. Понятно, и местности вы и не знаете. А я сижу думаю. Знаю, взаимоисключающееся, типа. Культурный человек с этим быть не может. О, у тебя тут конных лучников и этих всадников. У это кого? Да у этого у испанца. У кого? У кого? Полил. Блин, мне, наверное, надо обработку бронзы что? Так открывать. По никам надо, по никам. У кота. А ну теперь вообще полностью спалил. Ну серьезно, там 5 юнитов. Ну вот это, конечно, кажется, будет больше. Именно важно. Конечно, так, он такую горную гряду заспал. Так важные тактические места вот именно. Слушай, тут поставить. Потому что плохо. Здесь скиф меня подселять сюда не будет, гора. Потому что это место, ну, мягко говоря, нет, так себе. Это именно просто между вот, ниже Муска. Здесь вот. Места тоже, судя по всему, мои. Там как бы вот до моря. Да? Да. Главное вот тут и тут занять. То есть, мне сейчас а дальше тут, ну, тут назад, может быть, сейчас. Поставим, я может думал, не поставим, кстати. Не, ну слушай, зато охрененная защита у тебя. Так, есть орошение, наконец-то. И надо, наверное, идти вот сюда. Так, ну, судя по всему, религию я уже не успеваю взять. Придется забить на эту свечу. А что, тут единственная религия? 5. Ну, 5 религий. Ну, те, кто уже берут. То есть, ну, Феанор уже взял. Один уже на подходе и... А, ну в принципе. Шансы всегда есть. Пятую я успеваю. Все в религию ломанулись. Так, мне тоже, наверное, почитать надо будет. На стриме говорят, что кто-то меня стрим снайпит так, что им в стриме слышно. Чтобы так не палились. Я, если что, индуизм беру. Да, так, ну если что, это нет. Чисто логически кто-то, кто не включил режим рации, по идее, вот этот, на кнопку, да? Или кто-то, кто включил режим рации, но специально держит кнопку, чтобы было слышно. Прикинь. Так, ну окей, еду я и не возьму. Конечно, блин, 3 просто юнита варвара. Давайте, наверное, на юниты пока поставлю.
варваров вообще тут покрыть. Ну вот, варвар, да, я понимаю, но... Можем объединиться против этого. Неплохого человека. Брат, кончик. Давай делить территорию. Ты далеко? Политическая философия, конечно. Вот от твоего разведчика. Очень далеко, все надо открыть. 5 ходов до столицы. А вот тут еще и город. Особо нечего. А вообще, давайте я даже так сделаю. Так, и пойдем, наверное, гесатам к варварам вот этим. Я и так в золотой век. Блин, жалко, конечно, религию, когда уже в золотом веке принимать. Блин, очень обидно. Маскат и Занзибар так неудобно расположены. Я бы города бы. Так захвати их. Ну, Маскат-то я точно не захочу, а вот Занзибар я еще подумаю. Маскат просто находится возле Феонора. За его горной грядой. А, так ты еще и его встретил? Феонора, да. Так мы шестеро на континенте, получается, да? Ну да. Так я о чем и говорю уже сколько времени. Кайф. То есть у нас Бучерина и Крис где-то тусят. Ребят, вам как там в одиночестве? А мы, кстати, а мы вдвоем друг друга и встретили. Получается, мы вдвоем на одном континенте. Да, круто вам. Чуваки, кто на нашем континенте. Блин, Туканчик, ты вот серьезно хотел вот сюда, где у меня этот мой город стоит, вот сюда висит уже какие-то горы. Как бы туда, интересно, провел. Бочеринчик, давай дружить, а то я чувствую, они против нас. Понимаешь, у меня выбора нету. Да-да, есть такое. Что, прям вообще мест? Пустыня. Ну, у меня сплошная пустыня ниже. Митла. А вот да, это... блин. Я про синтеизм. Ладно, нормально. А почему Феонора религию не взял? Он же там после пророка первым забрал. Потому что варвары. Обидненько. И карта еще такая, что я не могу нормально... Так, туда будет дисциплину нельзя. Давайте, наверное, религиозное сообщество возьмем и межкультурный диалог. Кайф. Религия у меня тоже ничего такая. Так, на юниты стоит. Давайте юнитов. Просто все хорошее разобрали, да? Но мы против всего плохого. Да. Блин, как знал, надо было скаута на этой священке поставить, держать. А у меня скаут подошел к священке, я молился, чтобы он ушел, и он так ушел. А какому богу ты молился? А какие там боги в индуизме? Ой, их там 1116. Ну, там, не знаю, Гита, Шива. Ну, Криш. Да, Шива, это основа. Рама. Я насколько помню, там где-то у индусов есть бог с 6 грудями, вот я ему молился. Мужскими или женскими? Знаю. Да, это женскими. А он женщина или мужчина? Тоже важно. Ну вот, не настолько глубоко разбираюсь в индуизме. Может, чатик подскажет? А нам потом расскажет, кто его слушает, да? Чатик. Почему обработку бронзы надо открывать? Потому... Ну, вообще, может, ускорить, конечно, но я за счет обработки железа выйду в апиды. Ну, увижу, во всяком случае, где у меня апиды. Что пока не понятно. Ну, мне кажется, вот тут у меня такое ощущение. Ты это видишь? Что именно? Ну, мне железо надо открыть. В общем, мой разведчик просто заперт. Мне нравится, что армия увеличивает. Ну, хотя меня тоже... Гараж крашивала границы, и я не могу пройти. Знаете, я сейчас тут, ну, просто чуть поисследовал разведчикам, я так понимаю, Феонору очень сильно не повезло
места для расселения очень мало, судя по всему. Если это у всех. Там... Нет, он просто отделен от меня такой горной грядой. Не знаю, у меня... И... Я просто в центре карты, и вокруг меня 4 цивилизации. Ой, блин, остановите таймер, пожалуйста. Мне Фераксис, кажется. Так... Убрали. Спасибо. Ну, пойду пока сюда. Так, а тут уже, наверное, надо тут как-то контролировать. У нас, кстати, эти синтеизм и нудаизм совпали по второму верованию. Плюс одна наука. Блин, точно. Прикольно. Ну, такое бывает. Главное, чтобы названия не повторялись. Взял защитника вверх. Да, вылетел. Ну, ждем подключения. У нас каждая новая эпоха плюс 30 секунд, да? Да. Так, ну давайте, пока человек вылетел, можно какие-то меточки пораставлять. Да, конечно, забавно получается. У меня два города стоит, и нету ни одного. Очень не хочется прям в скифа, честно говоря, бахать. Если то, что вот у него вот за столицы слоны, но не в третьем радиусе. Я бы сюда лучше ставил. Это последствия единственного континента. Ну и тогда тут у нас влазит только вот либо сюда, либо сюда. Ну, наверное, под вулкан придется, но это, нет, наверное, прям не будем спешить, правильно? Жестко. Так, дальше. Мы тут как-то партии собирались. Тут, видите, собственно, одно место. Короче, пятеро на одном, и у одного лично свой. Ну, я тоже помню такие. Причем чувак играл за какую-то научную ГГшку, ну... Получается, все-таки не будет у нас здесь. То есть, и придется на море ставить. Собирается, будут ли те вдвое воевать? Кто на своем континенте? Я бы вот сюда ставил, наверное, где у нас... Зачем нам воевать? У него место, у меня место, все отлично. Да-да. Чуваки, которые с морскими цивилизациями на нашем континенте, вы там их... Как кораблики появятся, флот душите. А у нас есть морские цивилизации? Вот-вот, Бочерина. Не знаю, говорил. Пока только двоих, одного человека. Их, а ты? У него не море. А скажи, а ты вот от... Ну вот, классические 7 городов. У меня типа влазят. Слева на море или справа? Получается. И там. А, у меня справа будет. Можно нормальную такую армию собрать. Да, если... Ну, если только есть откуда. Хотя нереально есть. Ну, видишь, мы без варварских кланов, если бы с варварскими кланами, там было бы вообще огонек. Так, а кто у нас вообще религии взял? Это неизвестный игрок. Ты Испания, Япония. Да-да. Туканчик, а что это за этот... За полет фантазии в названии религии. Не знаю, стандарт. Всегда так называю. Я думал, стандарт это как раз не переименовывать. Нет, это слишком скучно. А 3, 2, 1 это прям... Это прям, да. Стрельба из лука, колесо. Ну, кстати, колесо неплохо. Может, пошли сразу колесо открывать? Мне кажется, мы должны тут трех варваров убить. Каким-то образом. А, все, я увидел такого разведчика. Говорим. Осталось дождаться пробуждения вулкана и как бы... Три. Блин. Либо засветить кабулу. Тут бы хотелось кампуса, на самом деле, поставить. Исполнение. Кстати, Леша, у тебя тут варварский клан, недалеко от тебя, который
проблем с... А, ты его уже видишь. Я понял. Так, а у меня плюс 5 против варваров не стоит? Не стоит. Типа еще одну ГГшку найти. Кстати, Феонор, а ты на эту метку когда город собираешься ставить? Ну не скоро, с учетом того, что у меня все нормальные верования убили, а там что, священка хорошая. Да. Ну гавань неплохая. Я думаю, город 4-5 поставлю. Понятно. Ну то есть... Блин, ладно, я давайте, наверное, сделал, думал, строителя пока. Отправлять. А, ну, кстати, я его в другой город потом перекину, не лёжу. Вовремя я нашел чудо. Нашел. Это главное. Так, на этом я первую серию закончу, которую буду выкладывать в записи, раз мы в новую эпоху вышли. Не забывайте лайки ставить, подписываться, вот это прочее самое, а стримчанский сейчас продолжится. А что, Лёш, ты отошел? Сейчас надо таймер поменять. А, понял.